Вот она легла спать. Подушку так по-деловому под себя подложила. Вот. А вот что мы придумали, чтобы она на диван не лазила. Ставим стул, и все, она на диван не лазит. Приходит на свое место и спит. Вот у нее просторный матрас застелен простынью. Да, Руфочка? Вот он. Комфортно тебе, да? Тебе комфортно, Руф? Вот она. Тебе комфортно? Он подушку под себя подложил. Вот так вот удобно. Просто подушка сливается с простыни. Вот питать ее крупным планом. Не боится, когда ее снимаю. Артистка еще та. Давай, спи. Спи.